Евангелие от Иоанна, глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца.
«Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?